как размножить флоксы. Вот видишь, кустик, он уже подрос такой нормальный, большой. А, его тоже. И поэтому флоксов не бывает много. Берешь, вот так выкапываешь его, не бойся. Так, отряхиваем землю. И здесь вот, наверное, придется лопатой уже прям мощный корень. Одной рукой мне не получится. И лопата нужна большая, потому что, наверное, его не выкапывали года два. И вот так вот берешь и прям разделяешь. И все сажаешь рядом по ямкам. То же самое у меня вот с хризантемой. Вот, да, видишь, посадила такую, такую, такую. То есть кустик выкапываю и рассаживаю. Вот. И здесь еще обязательно перегноечком потом. Или в ямку я вношу, или вот закончился, значит, сейчас пойду за перегноем и буду здесь удобрять. Вот, давайте рассаживать вместе и флоксы, и хризантемы сейчас самое время. А, и раз в 5 лет пионы. Вот тоже я уже, наверное, 3-й год как садила давно пионы. А, рассаживать их можно. Вот они отошли даже от мороза, ничего страшного. В принципе, все просто. Видишь, какая мощная корневая система. Они очень хорошо приживаются. Флоксы. Осталось их только разделить. Вот, вот такой кустик будет. Хочешь много флоксов? Давай делить вместе со мной. Питомник растения Ильино, Нижегородской области. Фиолетовые, белые, цветные флоксы. Хризантема низкорослая, высокорослая, разных сортов. Вообще очень красивые, бордовые, помпонные, желтые. Разные. Все, и вот наш кот Савелий. Кс-кс-кс. Вон он, красавец. А это у нас перед домом такой розарий. Вот там розы растут, здесь хризантемы отцветают, видишь. Отцветают тюльпаны. Ну и потом будут пионы. В общем, на смену приходят друг к другу разные растения цветущие. А вот здесь ледяная мята растет, моя любимая. И гортензия. Вот хотела вам показать, как она, видишь, в холоде, в нашем холоде сегодня, 13 мая, зацветает. Вот. А вообще в горшках уже давно. Это Sunday Fries. Невысокая гортензия и красивая розовым, розовым цветет. Все, подписывайтесь на мой канал. Если не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии. Рада буду общению с вами. До встречи на моем канале.